Зимний микс Австралия, категория крем, мешок весит у нас 25 килограмм. Первым идет толстовка, размер здесь указан. Элька, следов износа на воротнике и рукавах нету. Жилетка вязаная, марки Top Shop, размер здесь указан. 36 европейский, вещь новая с этикеткой, марка Miss Guide. Это вот у нас, как это сказать, платье, да, платье. Забыл слово платье. Жилетка, куртка или полупальто. Марка Glessens, размер указан. Эска, следов износа на воротнике и рукавах нету. Куртка, размер указан, 4XL. Марка Glatter, следов износа на рукавах и воротнике нету. Так, замок работает отлично. Так, такой вот джемпер, 12 английский размер, следов износа также нет. Марка Polo, это у нас женская блузка новая, с этикеткой размер указан L-ка, в составе у нас идет хлопок. Марка Glessens, размер указан M-ка, это у нас свитер, следов износа на рукавах и воротнике также нету. Марка Review, 10 английский размер, женская, женский пиджак, также без следов износа на рукавах и воротнике. Так, вот такая вот танковка с кармашками. Здесь у нас также следов износа нет. Размер, к сожалению, не указан. Платье новое с этикеткой. Размер, опять же, к сожалению, я почему-то не увидел. Да, 16 английский размер. Танковка с воротником. Размер указан SK. Polo Club называется бренд. Следов износа на воротнике и рукавах нету. Юбка марки Now, опять же новая вещь с этикеткой, 12 английский размер у нас здесь указан. Марка Oscar ST, это у нас танковка женская, размер указан S, следов износа на воротнике и рукавах нету. Марка Target Collection, размер указан L, женский джемпер, также новый с этикеткой, размер указан N, это у нас танковка хлопковая, также без следов износа. Так. Вот такая вот куртка с капюшоном, следов износа на рукавах и воротнике нету. Марка Crane, кстати, называется, размер указан МК. Здесь вот еще что-то типа толстовки, видимо. В общем, оба они, размер указан МК, следов износа нет. Марка Target Collection, опять же, 12 английский размер, женский джемпер, следов износа на рукавах и воротнике нету. Юбка марка Вичери, 10 английский размер, также без следов износа. Марка Review, 14 английский размер. Это у нас женская танковка, без следов износа на рукавах и воротнике. Марка Сид, размер указан XS. Это у нас туника, также без следов износа. Так, вот такое вот полупальто, новое, размер указан XL, также без следов износа, соответственно. Так. Водолазка, размер указан здесь XL, следов износа на рукавах и воротнике нету. Пиджак, размер указан MK, также без следов износа на рукавах и воротнике. Марка H&M, европейский размер MK, это у нас женская, опять же, танковка без следов износа. Марка H&M, европейский размер MK, вот такая вот туника, тоже без следов износа. Куртка следом за ним идет. Размер указан S-ка. Замок работает отлично. Следов износа на рукавах и воротнике я также не вижу. Размер указан L-ка. Это у нас спортивные теплые штаны. Следов износа на штанинах нет. Вот такие вот шапочки. Куртка. Urban Tailor. Размер указан S-ка. Следов износа на воротнике и рукавах так нету. Марка Лаурс, размер указан XL, это у нас свитер. Так, следов износа на воротнике и рукавах также нет. Куртка марки Girl Press, размер указан 10 здесь, вещь новая с этикеткой. Вот такие вот опять же шапочки. Так, следующая вещь, размер указан XL. У нас женская толстовка с капюшоном, также без следов износа на рукавах и воротнике. Следом марка Now у нас идет, это опять же женская танковка, также следов износа нет. 12 английский размер, кстати, указан. Свитер достаточно большой, плотный, тоже новый, размер указан XL, без следов износа, соответственно. Марка Refuge,
Размер указан МК. Это у нас, опять же, женская танковка без следов износа. Восьмой английский размер. Это у нас вот такая вот курточка, либо пиджак. Шейки. Размер указан S. Это у нас женский свитер, также без следов износа на рукавах и воротнике. Десятый английский размер. Хлопковая танковка. Тоже без следов износа. Так. Комбинезон. Очень странный комбинезон. Размер здесь, к сожалению, не указан. Следов износа на штанинах и воротнике нету. Так, толстовка. Вот такая вот яркая. Сейчас разверну. Также без следов износа на рукавах и воротнике. Жилетка. Здесь у нас указания размера нету, но, тем не менее, никаких пятен следов износа также нет. 14 английский размер. Это у нас женская водолазка, также без следов износа. Так, вот такая вот толстовка. Тоже без следов износа. Пуговицы все на месте. На рукавах также следов износа нет. Марка Asos, 10 английский размер. У нас опять же что-то, наверное, туники идет. Размер достаточно большой, следов износа на рукавах и воротнике также нету. Вот такая вот шапочка и еще одна шапка. Марка Espirit, размер указан L, это на женский джемпер небольшой. Также без следов износа. Cotton On, размер указан S, это у нас женское платье, слегка приталенное. Так, спортивные штаны. Макадина, здесь у нас размер не указан, тем не менее следов износа на штанинах нет. Следом у нас идет вот такая вот упаковка пряжи. 100% акрил, 100 грамм весит каждый моток, 320 метров. Вот здесь вот три цвета представлены в одной упаковке. Так, 80% акрил, 20% нейлона, 100 грамм. И длина не указана. Ну ладно. Следом опять же у нас пряжа идет. Здесь у нас так, 100 грамм, 100% полиэстер, длина пряжи 220 метров. Продолжаем. Штаны марки Бешка, размер указан европейский 40. Здесь у нас следов износа на штанинах я не вижу. Так, юбка, размер указан 8, следов износа также нету. Блузка, 44 европейский размер, тоже без следов износа. Так. Танковка. 12 английский размер. Здесь указан следов износа на воротнике и рукавах также нет. Марка H&M, 44 европейский размер. Это у нас куртка. Также без следов износа на рукавах и на воротнике. Следом у нас идет спортивная танковка. Размер здесь указан 8. Марка Катманду. Следов износа на воротнике и рукавах также нет. Марка Zara Woman. Размер указан M-ка. Вот у нас платье из хлопка, следов износа на рукавах и воротники я также не вижу. Так, марка JJ's, накидка, размер указан XL, следов износа нет. Марка H&M, европейский размер S, это у нас юбка. Достаточно плотная, также без следов износа. Так, марка Tempt Collection, размер указан L, это вот такой вот у нас свитер. Достаточно, кстати, приятный. Очень похож, кстати, на натуральную шерсть. Так, следом у нас вот такие вот штаны идут, комбинированные с юбкой, наверное. Здесь размер, к сожалению, не указан. Так, платье. Sunday's the Label. Размер указан L-ка. Какой-то вот очень длинные какие-то тут веревочки, я не знаю для чего. Чтобы подвязывать, наверное, за шею. Марка Noni. 12 английский размер. Это у нас женская куртка. Также без следов износа на рукавах и воротнике. Свитер. Опять же, также без следов износа. Так, еще одни шапочки. Вот с мумпоном. Вот такая вот. Еще вот такая. Также очки шли. Вот такие вот солнцезащитные. И последняя вещь, которая у нас идет в этом мешке. Это у нас еще одна танковка. Марка Tony Montana. Размер указан МК. Следов износа на воротнике я не вижу, на рукавах также. На этом все.